нашел свой ракурс. На самом деле напоминает Крым просто по всем вот этим моментам. Это тупо Анапа. До или после. Анапа просто. Вот. Ребята режут такие штуки. Горочная. А, вот замечательный. Рекомендую снять тоже. Зеленый доктор, пожалуйста. Всем известный зеленый доктор. Я хочу вам показать вот это место. Направляемся дальше на экскурсию по Venice Beach. Такие штуки есть, пау. Как и обещал, Саня с нами во влоге. Ничего не видно из-за солнца. Короче, он со мной общается по WhatsApp. Я, Саня, Зак Галифианакис. Ты на Venice Beach рядом с нами. Короче, вот так идешь третий. Золотой человек. Я увлекся. Не профиль. Don't be salty, bitch. Одежда даже для аватаров. Оцените граффити. Барбершоп, вот барбершоп, это интересно. Вот мы в очередном барбершопе на Venice Beach. Давайте зайдем глянем, как там. Ну что, пацаны, как и обещал вам показать наших друзей, которые находятся прямо здесь. И мы на месте. Hi. It's different than Moscow. You know? For me, I'm much happier in Russia than here. I wish I was in Moscow right now. Вы все слышали. Поэтому, видите, не так уж здесь и круто, походу. Too many liberal people in this country. All liberals. Такие дела. Но вид, честно вам скажу, вот там горы. Putin right now.
You need to show my Putin jacket in there that I wear here. Of course, we do it the same. Короче, сейчас, я думаю, нужно поработать здесь, показать свой класс, сделать им приятное. I'm opening my shop in Moscow and leaving this place. В общем, I'm only here. Очень озабочен своей тематикой. 12 hours a day, 7 days a week to make money, and I take it all to Russia to open my business in Russia. Да, и короче, кто реально прям вот фанат всей этой тушечной движухи, барберной движухи и вообще знаком с творчеством He's этого человека. Ищу жену. I need a Russian wife. Да, он ищет жену. Короче, все, кто фанаты, я думаю, вы скоро увидите Тедди этим летом в Москве. Он будет работать тоже в каком-нибудь из барбершопа, возможно, даже в своем барбершопе. Blue Russia. Он очень, да. Did I say it right? I say about... Did I say it right? Yeah. Моя la blue Russia. Путин мой президент. It's VK, it's VK, but... For you, here. Терри. For you. О, круто, подгон от Терри, смотрите. Thank you, man, thank you. Все, у меня новая кепка. Работал в чужом барбершопе в Калифорнии, и я даже не знал, что у меня такое может быть. Честно говоря, удивился. Но видите, все случается рано или поздно. И как ни странно, я здесь из человека, которого мне когда-то прислала судьба, так сказать. Вот. И сегодня я его стриг. Судьба и аппликейшн. Судьба и аппликейшн, да. То есть никогда не знаешь, откуда кто придет. И какую роль он в твоей жизни может занимать? Так? 40, жизнь только начинается. Ну, посмотри на меня, я в 42 просто взял и поменял все, что мог. В 41.